Удивительно, что на веранде серьезное лето. Починили качели в саду и комод в мастерской. И теперь над столом дирижируют три сигареты. Это дедушка, папа и парень духовно-мирской, на которого не наглядеться с любовной тоской. И фактически тут же зима и пробила трубу. Невозможно представить другую Божью рабу в этой комнате темной, по темной ненастной весне, где Кандинский сияет, как жизнь, на сосновой стене. И стоять перед зеркалом дачным, с причудливым гребнем, и чудовищных листьев обвал провалил решето. И твой папа читает нам вслух про кого-то из древних, начиная обычно со слов «Удивительно что». Вот не знаю, получится, первый раз читаю стихотворение, так что не знаю. Как страшно рождать солдата и ран его не промыть. Как страшно бредить священником и молодость погубить. Как страшно любить семьянина, ночи провыть, прокурить. Но есть вариант похуже – влюбиться в родного мужа. Нет от него спасения ни в слезах, ни в мечтах. Не будет с ним воскрешения в других секретных мирах, только колодцы плеч, только канистры глаз, планов семейных в рябчике, доверие ананас. Это я попробовала перевести Эмили Диккенсон, но что-то, конечно, куда-то уехала, но я думаю, может быть, ей бы даже и понравилось, так как я куда-то уехала, не знаю. Слушай, сердце, а давай его забудем? Забудем вместе, да и все. Ты забудешь. Извините, сейчас сначала, потому что... Вот это, конечно, забывать очень плохо, простите. Слушай, сердце, а давай его забудем. Сговоримся вместе, да и все. Ты забудешь. Кровь его. Нет. Это последняя попытка. Эмили Диккенсон. Слушай, сердце, а давай его забудем. Сговоримся вместе и привет. Ты забудешь кровь его горячую, я забуду свет. Только ты чуть первая решайся, а когда свершится, дай намек. Ну а я, пока ты там копаешься, поживу еще денек. Я и вправду не знаю таких одиночеств, от которых бы стало задыхаться, шуметь, волноваться, влюбляться. Спасибо, не хочется. Хочется только смотреть. Прибирать в темноте и смотреть среди ночи, как деревья повалятся вслед за листвой. Романтический секс, спасибо, не хочется. Хочется секс бытовой. Я выверяла все поступки. Я так скупилась на ошибки, что если вдруг тянула руки, то лишь Макдональдсе к сушилке. Но он повел меня на митинг, потом под дождь, потом под зонтик, не говоря ни извините, ни разумеется позвольте. И я смеялась очень нервно.
А он смеялся симпатично. Он так смеялся, глядя в небо, что даже вылетела птичка. Был день так долог, путь так труден, что, уронив за ванну мыло, я вдруг решила, будь что будет. И вправду было то, что было. Доктор Дубин, единственный доктор, который справляется с моей дочкой Дуней. Дунечка, доктора как зовут? Доктор Дунин. Осень первобытная, пещерная. Листья все вот-вот куда-то ринутся. Дождь прошел, и муж пришел с вечернего. По латыни получил пятерку с минусом. Разве может сразу знать страшилище, в чем его сокровище и силище? Раньше он был пьяное чудовище, а теперь он ходит в медучилище. Начинают говорить дети, начинаешь придумывать, что слова — это сети, что слова — это бремя, что слова все мелкие, что слов никаких на земле и нет. Только все это до поры до времени, до тех пор, пока Дуся не скажет вдруг Переделкина, до тех пор, пока Дима не скажет рассвет. Вчера-то, оказывается, был день мамы в Панаме. А я так и вижу свою маму в Панаме. На всех морях, где мы были с мамой и папой. И какие на маме были панамы и шляпы. Как она говорила: «Анька, сорви мне листик». И как закрепляла его у себя на носу. И как... попросила: «Анька, какая-то мистика, снова нет листика, ладно, я еще принесу». И еще такое тоже вслед этого, наверное, семейное стихотворение. Заключите. Сижу в своем собственном детстве, ем запеканку. Светит в окно оранжевое шелепихинское солнце. Вдруг папа тёп по спине, и мама тут же. Нюра, но не сидит и согнувшись, в три погибели. Господи, хорошо, хорошо. В три погибели не согнусь, в три спасения распрямлюсь.